Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт для Fart a Friend. Для этого переходим на мой личный сайт, также ссылка на него, как всегда, будет в описании. Перед началом, если у вас нет никакого чита, заходим во вкладку Exploits и скачиваем чит от Splash. На данный момент работает только он из всех читов, которые находятся на сайте. Также видео о том, как его скачать и как получить на него ключ, я оставлю в подсказках, можете посмотреть. Далее, после того, как скачали этот чит, в поиске пишем нужный нам режим, то есть Fart a Friend, нажимаем поиск. И как видите, на этот режим есть два скрипта. В принципе, какой вам больше всего из этих скриптов понравится, тот можете использовать. Но сегодня в видео буду показывать второй по счету. Значит, чтобы его получить, нажимаем кнопочку скачать. Далее еще раз скачать. И как видите, появляется скрипт. Все очень просто и легко. Далее мы его копируем. Заходим в игру. Открываем чит. В чит вставляем скрипт. Нажимаем кнопочку Inject. И ждем, пока заинжектимся. Так, все отлично. Инжект у меня прошел. Как видите, у меня дополнительное окно в браузере открылось. Значит, у меня получилось заинжектиться. Далее возвращаемся обратно в игру. И нажимаем кнопочку Exclude. И ждем, пока сам скрипт загрузится. Так, вот он загрузился, в принципе, довольно быстро. Давайте тестить. Значит, смотрите, первая функция — это автоеда. Включаем ее и смотрим, что происходит. И, как видите, скрипт автоматически за меня начинает кликать, и тем самым я зарабатываю, что это такое, пердеж или газы. Не знаю, как здесь правильно это называется. А, power вообще, типа это сила. Смешно. Ладно. Идем дальше. Следующая функция это авторебёрсты. Посмотрим, хватает у него у меня или нет. Нет, как видите, не хватает. Значит, показать не смогу. Но эта функция тоже работает. Я до записи видео проверял, у меня получилось сделать реберст. Дальше самая важная функция это автовин. Значит, смотрите, автовин работает по мирам. То есть, смотря в каком мире вы находитесь, в том мире вы можете и фармиться. То есть, если, допустим, у меня второй мир не куплен, то я могу фармиться только на первом мире. То есть как-то так. Значит, включаем эту функцию и смотрим, что происходит. Как видите, меня тпхает к последнему боссу. Я начинаю с ним файтиться. В итоге я ему проигрываю, и мне потом после этого начисляются победы. Сейчас это не особо заметно, но смотрите, после того, как прошло некоторое время, мы выключили эту функцию, и как видите, у меня победы прибавились. Также иногда может быть такой баг, скорее всего он всегда будет, то что после того, как вы выключили эту функцию, у вас появляется черный экран. Смотрите, два способа, как его убрать. Либо опять на одну секунду включаете эту функцию, потом выключаете, а далее проигрывается здесь анимация, вы ему проигрываете, и по идее должен пропасть этот черный экран. Если вдруг он у вас не пропадает, то вам поможет только перезаход в игру. То есть как-то так. Ладно, идем к следующим функциям. Это у нас автооткрытие яиц. У меня как раз хватает на яйцо. Надо посмотреть, как оно называется. Так, а здесь почему-то, по-моему, названия нету. Либо я не вижу. Ладно. Скорее всего, это draw 001. Так это называется в скрипте. Не знаю почему. Вот мы выбрали это яйцо. Включаем автохэтч. И, как видите, автооткрытие работает. Отлично. Нифига себе, мне лего выпало с первого яйца. Офигеть. И, как видите, яйцо открывается даже с дальнего расстояния, если вы близко к яйцу не стоите. То есть вы можете его открывать где хотите. Это вообще удобно. Дальше есть автохэтч. Что это такое? Не знаю, как правильно здесь переводится. Здесь еще удалить есть все. А, это, скорее всего, просто, наверное, открывать яйцо. И когда вам выпадают питомцы, то, скорее всего, они автоматически сразу удаляются, как я понял. Скорее всего, так. И последняя функция — это телепорт на мир. То есть мы сейчас находимся в первом мире, можем тпхнуться на второй мир. Но телепорт не работает, как видите. Раньше, походу, работал. Здесь у нас, ну, самые стандартные функции остались. В принципе, тут объяснять нечего. Кто шарит, тот поймет. Ладно, в принципе, на этом буду заканчивать. Вот такой крутой сегодня для вас скрипт нашел. Кому он понравился, можете поставить лайк, подписаться на канал.
Также не забывайте пользоваться моим сайтом, ссылка на него, как всегда, будет в описании. А с вами был Лейсбан, всем удачи и пока.